Ну, потому что она там варится. А что ты варишь, Янчик? Кашу. Какую? Кашу. А что ты туда положил? Крюку. А еще? По молочку вот это еще наели. И водичку наели. Ты размешивай, Янчик. Это какашка. Да. А ты овсянку положил? Да. Своей лапой. А видишь, оно заливает другого молочко. Угу. Не проходи близко. Янчик, можно немножко помогу тебе? Нет. Чуть-чуть, я чуть-чуть помешаю, а потом ты дальше продолжишь, хорошо? Вот так. Слушай, Янчик, ты так хорошо здесь все мешал. Ты, оказывается, умеешь варить кашу? Я не знал. Может, Янчик сегодня супчик сварит? Сваришь супчик, посмотри, Янчик? Какая хорошая каша у Янчика получается. Это же надо. Сейчас, Янчик, одну секундочку. Дай папа. Одну секундочку, Янчик. На. Размешивай. Только возьми ручкой там. Молодец. Умница. Янчик, а мед тоже будешь класть? Да. Янчик, ты мне скажешь, когда можно мед добавлять? Да. Хорошо. Уже можно? Еще нельзя. Еще нельзя? Я пока достану мед, хорошо? Папа, уже можно. Уже можно? Хорошо, я уже несу. Уже несу. Ой, пузырёк. Ты, пожалуйста, мешай, чтобы оно не пузырилось очень сильно. Аня, походи ко мне сюда близко. А почему? Потому что шварится каша. Так можно? Так, я что, хочешь облизнуть с крышки мед? Да. Облизни, пожалуйста. Все. Вот еще кусочек остался. Все. А я сам добавлю мед. Я тебе так в ложку его перелью, а ты добавишь. Ты не забывай только мешать яйца. Я буду тебя ассистировать, хорошо? Смотри, я вот так вот ложку. Сюда в ложку его. Я сам его добавлю. Ой. Немножко перелили. Добавляй. Осторожно. Не размешивай. Ты не съедай с ложки мед, а в кашу, пожалуйста, ложку. Нет, в кашу, в тарелку, в кастрюлю, пожалуйста. Угу. Вот так. Забери его. Хорошо, смотри, вот так вот. Весь мед с ложки мы сняли. Так. Держать. Янчик, можно немножко тоже помешать? Нет. Чуть-чуть. Можно не чуть-чуть помешать? Чуть-чуть. Спасибо. Ты держи. Ну хорошо, я вместе буду держать. Осторожно, здесь уже будет теплее. Ты держи только вот этот, здесь. Вот это так. Там, где холодно. Там, где холодно. Холодное, оно начинается отсюда вот до сих пор. Вот так. Давай. Подожди. Иди. Костенька, сделай просто до свидания. До свидания.